Всем привет, и сегодня я продолжаю тестировать станок. Только сегодня буду делать подшифер из 5-литровых бутылок, из-под воды. И, кстати, очень интересный факт. Пэткега пивная объемом 30 литров, и бутылка из-под воды объемом 5 литров. Казалось бы, она меньше в 6 раз, но лист, сделанный из 5-литровой бутылки, по длине и по ширине различается всего в 2 раза. То есть вот лист от кеги. Вот лист от 5-литровой бутылки. Он меньше всего лишь 2 раза. Первый лист от бутылки я сделаю также через одну трубку, как делал лист из пэткеги. От 5-литровой бутылки лист намного мягче. С другой стороны тоже прохожу строительным феном. С бутылкой дело обстоит намного быстрее, чем с кегой. И, кстати, на термоусадку ушло 10 трубок 20-миллиметровых. С тыла посмотрим, что получилось. Из-за того, что нагрев был не такой сильный, как во время термоусадки пэт-листа от кеги, есть небольшие неровности. Но в основном все неплохо. А чтобы сэкономить длину листа, сейчас я буду ставить по две трубки. Не по одной, а по две. Тогда, я думаю, лист получится длиннее. Отрезал и немного подровняю. Снова закрепляю. Еще важно более-менее ровно закрепить лист. Как и в предыдущем листе сделал 10 трубок, еще вот такая длина сантиметров 10 осталась. Добавляю еще 2. И остается еще сантиметров 8. Тут придется закрепить уже одной трубкой. То есть, если до предыдущего листа ушло 10 трубок, то здесь уже ушло 13. То есть длина увеличивается, соответственно. Также закрепляю и делаю термоусадку.
Какой сразу минус здесь можно наблюдать? Где больше свободного пространства, там просадка идет более глубокая. На листе в одну трубку, она небольшая. Здесь намного глубже. Лист остыл. Теперь также его достаю. Этот лист больше похож на профнастил, чем предыдущий, который был через одну трубку. Длина второго листа намного больше. Сейчас измерю каждый. Длина первого 26 сантиметров. Длина второго 32 сантиметра. Ширина этих листов примерно одинаковая, 21-22 сантиметра. Сразу скажу, что это просто эксперимент, никого крышу я крыть не заставляю таким шифером. Это просто эксперимент. Сейчас сделаю еще несколько вот таких листов и попробую скрепить между собой. Термоусадку последнего листа сделаю горячей водой, то есть кипятком. Вот чайник только вскипел. Лист уже заложен. И также пролью с другой стороны. Термоусадка неплохая, но лист получился какой-то скрюченный, то есть загнутый в одну сторону. А термоусадки феном такого не было. Но если сравнить, примерно одинаково. А сейчас попробую их соединить на заклепке. Ну и вот скрепил я три листа, сделанных из 5-литровых бутылок. Крепил с помощью заклепок. Заклепку просто так не закрепить на листе, поэтому приходится вырезать металлическую пластину. Тут брал обычный профиль, отрезал кусок металла, сверлил. И потом можно клепать. Иначе пластик просто разорвется и не будет держаться. Что еще хотел сказать по станку? Размер его 90 сантиметров я сделал, но судя по тому, что лист получается 55 сантиметров, можно станок делать где-то 65-70 сантиметров. Это в случае того, если листы делать через две трубки. И, кстати, длина трех склепанных листов получилась 55 сантиметров. Ну а кому нравятся подобные эксперименты, подписываемся на канал, ставим лайки. На этом все, всем пока.